Друзья, всем привет! Сегодня в нашем новом видео я вам расскажу, как мы своими руками, как мы своим незнанием убиваем гидроусилитель нашего автомобиля, бэушного или нового. В принципе, умирают они одинаково. Сегодня я вам расскажу простую, обычную, элементарную тему, как своими руками угробить гидроусилитель руля, ну, буквально за полгода, за год. И многие автомобилисты наверняка слышали, где в автомобилях с гидроусилителем нельзя продолжительное время держать колеса выкрученными в крайнее положение. Неважно, запущен двигатель или не запущен. В автомобилях, оборудованных ГУРом, поворот колес происходит за счет гидравлики. И при запуске двигателя автомобиля начинает работать насос, который создает в этой системе, в гидравлической системе, начинает создавать нужное давление для поворота колес. Именно поэтому, когда мы выкручиваем колеса в максимальное положение, в этой системе создается достаточно большое давление, и поэтому рекомендуется не оставлять машину в длительной стоянке с выкрученными колесами. Также на парковках, на ночных стоянках и при длительных стоянках. И в гидравлической системе избыточное давление, которое появляется у нас на парковке с вывернутыми колесами в бок, появляется слишком избыточное давление, поэтому мы можем навредить рулевой рейке, патрубкам, по которым и двигается вся эта жидкость для помощи насосу. Ну а некоторые водители могут наблюдать после продолжительной стоянки вот в таком вот положении, когда колеса вывернуты в крайнее положение, можно наблюдать под автомобилем какую-то лужу. Эта лужа обязательно будет масляная, это будет жидкость из гидравлики, то есть патрубки под давлением выдавливают вот эту вот жидкость, поскольку колеса вывернуты, давление было создано в этой системе, и под этим давлением просто выдавливает вот эту вот жидкость. И именно поэтому некоторые водители могут замечать вот в таком вот положении некоторые потеки, подтеки под своим автомобилем. Друзья, никогда не оставляйте свой автомобиль на длительную парковку или на кратковременную парковку вот в таком вот положении. Обязательно ставьте колеса максимально вперед и фиксируйте автомобиль, чтобы он не укатился. Не делайте так, потому что действительно вы можете угробить свою систему. Как мы ее можем угробить? Все очень просто. Не хватит жидкости, и наш гидронасос будет работать без жидкости, той, которая ему необходима. И мы таким образом можем убить свой насос. Поэтому, если, друзья, вам понравился этот видеоролик, вы посчитали для себя его полезным, обязательно поставьте лайк, поделитесь с другом и всем пока.